Друзья, всем привет! Вы меня спрашивали про грибок ногтей. А многие сталкивались с такой неприятностью, как грибок ногтей на ногах. Появляется непонятно откуда. Есть еще одно проверенное средство, и это грибок лечится при помощи обычного хрена. Хрен, наверное, найти не проблема, поэтому если такая проблема, то попробуйте этот способ. На самом деле это чудо-средство, но есть еще одно условие. Какое бы средство вы для лечения грибка не выбрали, есть одно правило. Перед процедурой нужно сделать специальную ванночку. Берем горячую воду, добавляем туда 1 столовую ложку пищевой соды и 1 столовую ложку хозяйственного мыла, то есть натертого. И парим ноги в этом растворе 15 минут. После этого вытираем и убираем такие размягченные участки. И после этого уже надо воспользоваться хреном, если есть грибок. Так, что нужно сделать? Давайте я вам покажу. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, советую подписаться. После того, как подписались, не забудьте нажать на колокольчик. Уведомлять о выходе новых видео. Натираем хрен на терке. Желательно взять вот такую вот мелкую. Берем хрен, прикладываем к больному месту, и сверху я закрываю полиэтиленовой пленкой. И теперь нужно запастись терпением. Лучше совершать процедуру непосредственно перед сном, чтобы повязка не сползла. И нужно повторять каждый вечер. Если есть возможность, неплохо поменять повязку утром и переложить новую порцию средств. Но это понятно, что невозможно. Но если вы в отпуске или не работаете, то возможно. Поэтому делать нужно хотя бы раз в день. И до тех пор, пока не пройдет. Может занять некоторое время и зависит от того, насколько у вас запущенный грибок. Но самое главное условие, ни в коем случае нельзя прерывать курс процедур. Иначе придется начинать все сначала. Так что, если у вас есть такие проблемы, обязательно попробуйте. Поделитесь этим рецептом с друзьями. Вдруг тоже такие же проблемы. Сохраните к себе. Если вдруг что случится, то этот совет вам обязательно поможет. Всем спасибо за внимание. До следующих встреч.